Всем привет! Рад приветствовать новых подписчиков и зрителей моего канала. Меня зовут Алексей. В этом видео расскажу, где можно купить по выгодной цене монеты Украины. Это делается на сайте Национального банка. Мы сделаем с вами покупку, бронь монеты, и я заберу монету конкретно в этом видео. Для начала мы заходим на сайт Национального банка Украины. Ссылочка будет в описании именно на эту страницу, на которую вам необходимо зарегистрироваться. Мы нажали кнопку «Регистрация». Нам предлагается заполнить наши данные. Если мы являемся гражданами Украины, мы вводим свой логин. Вот здесь вот в качестве примера я сделал пароль. И особенностью заполнения данной формы вы должны придумать очень сложный пароль. Одна буква большая, необходимое количество символов, штучек 7. Можно использовать свой номер телефона, например, чтобы легче было запомнить. Какой-то символ типа точки или восклицательного знака. И вот только тогда вас пропустит дальше. Указывайте свой имейл, на который вы хотели бы зарегистрироваться. Ваша фамилия, имя, отчество, год рождения. Подтверждайте согласие на обработку ваших персональных данных. И тут рассказывается, собственно, какие документы вам необходимы для получения монет. Выбирайте регион, в котором вы находитесь, и, собственно, регистрируйтесь. После того, как вы зарегистрируетесь, к вам придет уведомление на почту. Вам нужно будет его подтвердить, и вы сможете заходить в систему. После того, как вы зарегистрировались на сайте, вы видите вот такую страницу. Вы можете отсюда заказывать интересующие вас монеты. Например, выбираем отделение в вашей области. Конечно, по Харькову у нас действительно большие проблемы с тем, что постоянно монеты заканчиваются. Национальный банк, видимо, не хочет решать этот вопрос никаким образом, не увеличивая количество выделенных монет на Харьковскую область. Но по другим регионам ситуация гораздо лучше. Давайте возьмем, например, Львов. Здесь прямо сейчас мы можем видеть, что находятся монеты для онлайн-заказа. И для того, чтобы заказать какую конкретную монету, которая вам нравится, это может быть золотая, серебряная или из обычного недрагоценного металла, вы выбираете себе количество монет, которые вы бы хотели заказать, подтверждаете код с картинки и заказываете. После того, как вы заказали, вы переходите в кабинет, в котором вы видите ваш заказ и конкретно можете забрать монету. Вот в этом разделе у вас будет номер вашего заказа. Вы сможете с этим номером обратиться в отделение Национального банка в вашем городе, где вы заказывали, и забрать необходимую монету, которую вы заказывали. Как это будет, давайте посмотрим дальше. Я отправляюсь в отделение в нашем городе Харьков. Вам нужно спуститься в Национальный банк Украины. Это можно сделать по Сумской вниз от университета, либо подняться от метро «Исторический музей». Сейчас я покажу, как же он выглядит. Вот такая вот замечательная длинная улица в городе Харьков, улица Сумская, которая... Сейчас сумасшедший движняк, конечно, видно пробки. Вообще сейчас собираются в Харькове петиции, подписи за то, чтобы сделать эту улицу пешеходной, поставить лавочки, возможно, какие-то дорожки сделать для роллеров. Ну, пока весь, видите, она вот такая вот загруженная и с пробками. И вот так вот можно вот такие ориентиры у нас. И, собственно, слева вот находится наш Национальный банк Украины с таким вот флагом. Вам нужно входить вот в эти двери. У нас работают справа, самый крайний, и идти в паспортный отдел сразу поворот направо. Вот так выглядит в отдел пропусков. Спускайтесь, и необходимо оформить внизу пропуск. После того, как вам сделали пропуск, поднимайтесь на второй этаж, в кассу. В кассе предоставляете номер и получаете ту монету, которая у вас была заказана. В данном случае я забирал вот эту монету из серии «Флоры и фауны». Очень красивая. Давайте посмотрим, как же она выглядит. На версии монеты в обрамлении венка, образованного изображения отдельных видов флоры и фауны, размещен малогосударственный герб Украины, надпись «Украина 2 гривны 2018» и логотип
банкнотно-монетного двора Украины. На реверсе монеты изображена Марина Днепровская на фоне водорослей, гальки. Цветное изображение здесь использовано там по печать. И размещены надписи полукругом. Марина Днепровская. Если вам понравился такой формат, пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь на канал и жмите на звоночек, чтобы получать новые уведомления. Всем хорошего дня, всем пока!